У щенков очень много дел. У них так много дел, что они все не успевают, поэтому постоянно в движении, а значит, хорошо развиваются. Они любят играть все вместе, своей большой группой. Также они любят поприставать к братьям и сестрам, обязательно, чтобы их привлечь к игре, обязательно. Они любят поваляться. Да, поваляться и поиграть так парочками. Также любят поиграть друг с другом, обязательно, когда остальные не включаются в игру. Всегда играют вместе. Да, вот эта парочка все время дружит. Любят поиграть с игрушками. Они их таскают, пищат. Несут в угол, на них лежат. Игрушки – это очень важная составляющая для деток. Как ни странно, малыши всегда находят, чтобы поиграть в прятки. Вот конкретно, как здесь произошло, за нашу ширмочку, накидку на калиточку. Малыш забрался и там вот пытался выбраться, но он сейчас вылезет оттуда. Также утащить реквизит для фото. Вы уже видели наше видео по фотосессии, и эта повязка на волосы, на голову была нашим реквизитом. Каждый из малышей ее поносил, кроме мальчиков, конечно. А стаскивали как раз и утаскивали именно они с девочек, с головы у них. Поэтому жизнь щенка очень активная. Много действий, а значит, мы растем и развиваемся в заданном порядке. Главное следить за весом, питанием, здоровьем деток. До новых встреч!